Видно будет. Хорошо. Я когда молюсь, у меня один, я вместе с вами повторяю, там вставляю, ставить одну свою молитву, коротенькую. Я просто хотел у вас спросить, то есть можно ли ее вслух читать, если когда-то придет время и мне разрешат читать молитвы. А то Вячеслав Семенов мне пока тут говорил, что не вылазит никуда. Ну так вы прочитайте молитву-то, я буду знать. Хорошо. Господи, помоги заблудшим рабам Твоим. Господи, помяни усопших рабов, заблудших рабов Твоих, заблудших рабов Твоих, заблудших рабов Твоих, да, и если есть на то святая воля Твоя, дай им путь ко спасению. Ну хорошо. И заблудших рабов твоих, если есть на та святая воля твоя, дай им путь ко спасению. Я стараюсь все время, когда читают молитвы, вставить вот эту молитву вместе с вами. Просто привык уже к ней. Думаю, если когда-то назначат, то не будет это лишним в вашей молитве. Да ничего тут противоестественного нету, запрета такого нету. Ну хорошо, просто мне как-то Вячеслав Семенов как-то, то есть он же у меня как руководитель идет, вы обращались к нему, сказали обрещаться, так я как-то читал, он говорит, что все, не лезьте больше, потому что я там не очень удачный вопрос задал по поводу того, что, так сказать, истоки патриотизма, то есть они находятся как раз вот в этом... самым, так сказать, когда в молитве есть, постарался искать их истоки патриотизма, но и, конечно, не нашел, так сказать, ничего, и что это русского патриотизма именно. А вы видите, как у вас, я вижу только один глаз ваш, один глаз, вот отвиньте, вот так, чтобы отодвиньтесь, не наплывайте больше. Пожалуйста, да, конечно. Да. Ну что же, молитва ваша, если она идет от сердца, почему же ей не сказать аминь? Я просто к ней уже привык, да. То есть я думаю, что если я вставлю эту молитву, молитву содружества, чтобы она, так сказать, была не лишней. Ничего не лишнего нету. Ну, вот да, потому что я все время вспоминаю всех и как-то так вот стараюсь запомнить, так сказать. Но если вы сомневаетесь, то в конце скажите: «Господи, прости меня, если моя молитва не угодна тебе». Хорошо, спаси Христос, Игнатий. Аллилуйя. Это очень для меня важно было. Хорошо, с Богом, с Богом.